Привет всем, меня зовут Ольга, и сегодня продолжение вчерашнего видео. Значит, я так поняла, что у нас, получается, пеларгония заболела грибковым заболеванием, а именно черная ножка. Ну, это в простонародье так называют. Вот. И будем обрабатывать фунгицидом все растения, которые находились с ней в одной емкости. У меня это фитоспорин, у кого-то может что-то другое, но у меня вот именно этот, мне в принципе он нравится. Значит, с этого растения я буду брать черенки. Сейчас 28 декабря попробуем укоренить верхние листики из-за того, что, понятное дело, проблемы с корневой системой, все какие-то в плохом состоянии, в общем-то. Так что вот так наблюдайте, в принципе, смотрите, посмотрим, приживутся, не приживутся черенки, потому что сейчас декабрь месяц, но исходы не знаю, посмотрим.